Экзарх. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает слово «экзарх»? Экзарх – это правительственная степень епископа, возглавляющего отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится патриарх. В Русской Православной Церкви экзарх избирается священным синодом и назначается патриаршим указом. Экзарх является епархиальным архиереем своей епархии и возглавляет управление экзархатом на основании церковных канонов. Имя экзарха возносится во всех храмах экзархата после имени патриарха Московского и всея Руси. В Русской Православной Церкви в настоящее время имеется белорусский экзархат, находящийся на территории Республики Беларусь, и один экзарх – митрополит Минский и Слуцкий, управляющий белорусским экзархатом. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!